По крайней мере, назвали точную дату. Сегодня на сайте администрации появилось постановление о запуске тепла в многоквартирные дома Кирова. В документе начало отопительного сезона назначено на следующую неделю, 15 сентября. Тем временем отопительный сезон в некоторых районах области уже начался. Хотя там тоже работают по тем же нормативам, что и кировские власти. Неужели за несколько километров от Кирова холоднее? Отопительный сезон 9 сентября уже начался в Слободском. Там тепло появилось и в соцобъектах, и в домах. С четверга греют батареи в квартирах жителей Белой Холуницы. В Кирове и Кирово-Чепецке подключены пока только соцобъекты. В жилой сектор отопление начнет поступать 15 сентября. К этому времени КТК должны составить график включения домов. Дальше все будет зависеть от готовности к сезону управляющих компаний. Включение растянется примерно на 10 дней. В первую очередь тепло появится у жителей микрорайона Коминтерновский, Порошино, Красный Химик, а также Ганино и в микрорайоне Ленгасово. Кировчане уже давно жалуются на низкую температуру в квартирах. Сегодня стало известно, что депутаты Госдумы наконец предложили пересмотреть условия включения отопления в домах. Депутаты попросили премьер-министра рассмотреть возможность увеличить предельную среднесуточную температуру для начала отопительного сезона с 8 до 10 градусов тепла и сократить сроки с 5 до 3 дней. Причиной такого предложения стала трагедия в городе Ногинск. 8 сентября в многоквартирном доме произошел взрыв газа. По одной из версий, жильцы оставили включенным газ на ночь, чтобы обогреть квартиру. В результате погибли 7 человек.